Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Свіжа та доглянута шкіра завжди привертає до себе увагу. Що ж зробити, аби вона була такою неймовірною до свят? І як покращити її стан, знає гость, яка вже є у нашій студії. Отож, зустрічайте Галина Нам, лікарка-косметологиня і дерматологиня. Дуже раді, що ви саме зараз є у нашій студії. І, Галино, то розкажіть, будь ласка, про те, чи можна за короткий термін, за короткий проміжок часу зробити зі шкірою усе, аби вона сяяла? Добрий день. Хочу вас обрадовать. Да, можна. Современные технологии в косметологии позволяют женщине быть молодой в любом возрасте. Было бы только желание. Поэтому лучше, конечно, ухаживать за собой с 25 лет, выбрать своего доктора-косметолога, потому что это очень важно. Если у косметолога нет медобразования, мы боимся того, что может быть аллергическая реакция на разные средства для домашнего ухода или профессионального ухода. Если ваш косметолог-врач, вы можете быть спокойны, вы в хороших руках. Тільки професіоналам можемо довіряти. Абсолютно вірно. Пані Галино, а от скажіть, зараз до свят залишається зовсім небагато часу, так? І, за тиждень, чи трошки більше тижня, чи можемо ми щось зробити зі шкірою? Можливо, є якісь процедури, які покращують її стан? Можливо, вдома можна це зробити? Адже зараз час не в усіх дозволяє їхати і витрачати там 2 години у лікаря в кабінеті, адже можна все зробити вдома, там перед сном, наприклад, чи зранку. Можна. Можно и сейчас такие технологии используются нашими клиентами в домашнем уходе. Самое главное – купить у врача-косметолога несколько средств. Это правильное умывание, тонизация и крем для лица и крем для глаз. Всего лишь 4 средства позволят вам быть красивой и уверенной в себе каждый день. Но еще есть и серьезные технологии, которые запускают сияние кожи. Подтянутость, лифтинг. И, конечно же, это уже больше глубокие такие косметологические процедуры. Это инъекции, которые не оставляют даже следов. Не будет ни синяков, ни следов от проколов. Настолько современна сейчас косметология. Ви знаєте, пані Галино, багато жінок, може, вже і використовують різні такі от засоби, так? Але ж навчені ми не завжди на гарних прикладах. Багато хто побував у лікарів, які, можливо, це були не лікарі, а просто косметологи, так? Які можуть запропонувати процедуру, а вона вам не підійшла. От, наприклад, щось не так зі шкірою, чи це можуть бути лазерні там різні засоби, так, за допомогою новітніх і сучасних технологій. Але ж немає гарантії, що саме ця процедура буде для вас безпечною. Отож, як це перевірити і чи можна одразу ж зрозуміти, що з вашою шкірою все буде добре, якщо ви тільки переступаєте поріг там будь-якого закладу, чи може якось прочитати про ці процедури, що саме можна робити, а що ні, може для якогось віку підходить, для якогось ні. Саме перше знайомство з косметологом, я рекомендую зробити процедуру масаж лиця. Угу. Ви прочувствуєте руки вашого спеціаліста, ви почувствуєте, довіряєте ли ви йому. І той косметичний бренд, який вибирає сам доктор, вы тоже его почувствуете на себе и поймете, он вам подходит или не подходит, или у вас кожа очень чувствительная и реагирует даже на активные компоненты. Вторая процедура знакомства может быть, по-простому говоря, чистка лица. У нас всегда все дамы ходят на чистку лица раз в полгода. Это тоже является как визитная карточка косметолога. Третья процедура – это уже уходовая процедура, она безопасная. Это, проще говоря, введение сывороток, масочек в условиях кабинета у вашего косметолога. Это безопасно. Но что касается инъекций, здесь нужно подойти очень осознанно, так как нужно проанализировать опыт работы доктора, на каких препаратах он работает и имеют ли они документы, эти препараты. Поэтому вот я бы рекомендовала слушателям обязательно анализировать и смотреть документы у вашего доктора-косметолога.
А от якби вас запитали, як взагалі лікарі ставляться до цього? Це ж обережність, яка нам дає гарантію. І перевіряючи, ми не викликаємо недовіру, так? Ми не говоримо, що ось цей лікар поганий, чи я хочу перевірити ваші документи. Ні, ми просто забезпечуємо впевненість і собі, і, звичайно, дивимося, наскільки може гарантувати нам послуги той чи інший лікар, так? І так повинно бути скрізь. Просто наше суспільство ще, можливо, не зовсім підійшло до саме до таких процедур і до таких ритуалів, які повинні бути постійно. Да, ну, наприклад, я дуже радуюсь, коли у мене спрашують, а цей препарат сертифіцірований? Я достаю папку і показую документи. Мені приємно це зробити. Я з гордістю показую, чим я працюю, і я без опасень роблю процедуру. Тому у нас, у врачів, взагалі це... Обычная процедура, поэтому мы же работали некоторые в государственных больницах. Ответственность, подчинение главврачу, начмеду – это очень важные вещи. Может быть, современные косметологи, у кого нет медобразования, для них это стресс, такой вопрос, но для врачей… Пожалуйста, все готово. Тому, якщо ми хочемо офіційно, хочемо якісно і хочемо безпечно, ми, звісно ж, повинні розуміти, до кого ми йдемо, чи це лікар, тому що багато є зараз відкритих кабінетів косметологів, де немає у, ну, взагалі у персоналу немає медичної освіти. Абсолютно вірно. Є таке. Є. І навіть, знаєте, в Інстаграмі деякі пишуть, к сожалению, чоловік не має медобразування, він пише доктор. Проверить вы можете сейчас через социальную сеть, в основном это Facebook. Вы можете проанализировать, сколько докторов есть в подписчиках, с кем он дружит, как разговаривает ваш доктор-косметолог, есть ли у него друзья. Например, мой однокурсник удалял родинку моей пациентки, я узнала об этом случайно. Она пришла ко мне с улыбкой и сказала, вам передал привет ваш однокурсник. И мне стало, знаете, я горда была в тот момент, что действительно мы все друг друга уважаем, передаем своих пациентов, и у нас коллегиальная этика есть. Так, це теж дуже важливий момент. І ми перший крок зробили, тобто ми впевнені у тому, що процедура для нас буде безпечною і не буде шкоди для нашого організму. Далі. Наступний крок, це треба точно знати, які саме процедури ви робите. Якщо постійно є догляд там зранку, ввечері, в обід, ви знаєте точно, що робити зі шкірою, якщо, звичайно, є час. Тому що на ранкові і вечірні процедури в усіх є, а чи є вони посередньо, це ще таке питання, так? І чи потрібні вони. І ми хочемо додаткового ефекту. Тобто, що нам зробити для того, щоб наша шкіра засяла. Ну, от ви сказали, є якісь процедури, так? Да. Але не всі підуть щось собі колоти. Да. Можливо, є масочки, можливо, є, не знаю, там щось заварити, чи може кригу, там, ну, не знаю, підкажіть. Ви знаєте, я думала, що би вам таке сьогодні принести, показати, але, учитывая, що у мене образування врача, я і терапевт, і дерматолог, ми всі боїмося алергічної реакції і відповідальності. Потому что в интернете есть много натуральных масок, рецептов, и наши слушатели могут это попробовать. Но помните, что эффект будет минут 30-60, а только до первого умывания он может продолжаться. Но только вы умоетесь, все вернется, к сожалению, на круги своя. И, к сожалению, лифтинг нужно будет снова делать. Поэтому я рекомендую рассмотреть направление эстетическая косметология. В нее входят уходовые процедуры. Это нанесение сывороток и масок. Но маски есть разные. Пластифицирующие, гипсовые, коллагеновые. Это очень красивые процедуры. Дома их невозможно сделать. И аппаратная косметология. Те аппараты, которые вводят глубоко сыворотку в кожу, но не повреждают ее целостность. То есть вы приходите красивой и уходите еще красивее от косметолога. Но есть аппараты, которые более глубокие. Допустим, радиоволновой лифтинг, игольчатый радиоволновой лифтинг, более он травматичен, но покраснения сходят там через пару часов, то есть это тоже допустимо. Но я рекомендую рассматривать безопасные методики для лица. Это радиоволновой лифтинг и электропорация. Это две процедуры, которые актуальны зимой. Электропорация глубоко проводит сыворотки в кожу. Это аналог мезотерапии. То есть не стоит колоть кожу, терпеть эту боль, переживать за аллергическую реакцию. Проще прийти на электропорацию.
Либо радіоволновий ліфтинг. А який сам сенс цієї процедури? Чим вона для нас корисна? Канали відкриваються в кожі. И через эти каналы сыворотку, которую мы ложим сверху и манипулой вводим по поверхности кожи, она проталкивает вот в эти вот каналы. Ну, проще говоря, как порки немножко раскрываются, но мы их не видим. И глубоко сыворотка проникает. Угу. Этот эффект может быть как однократный, то есть если вы хотите перед Новым годом сделать процедуру, будет иметь результат. Либо даже ходить каждую неделю, там 5-7 процедур, и у вас будет уже накопительный эффект. И знаете, такое ощущение после процедуры и во время миорелаксации, вы прям чувствуете, что посредством электропорации сыворотка глубоко проникает в кожу. То есть вы даже чувствуете легкое покалывание. Угу. А ці процедури безпечні, чи можуть бути, наприклад, протипоказання в людей, ну, можливо, там в когось тиск високий, чи ще щось, ну, можливо. Конечно, к любому аппарату существуют противопоказания. Это онкологические заболевания в активной стадии. Это наличие металлических моментов в организме, потому что у некоторых есть переломы конечностей, куда вставляют металлические элементы. Поэтому есть иногда ограничения, но при этом доктор собирает анамнез перед каждой процедурой. И обязательно есть карта пацієнта. Поэтому легче так работати. Угу. Ми поговорили вже про цю процедуру, так? Ви сказали, ще одна є теж не менш корисна для нас. Да. Будь ласка. Радіоволновий ліфтинг – це процедура зими. Почему зими? Потому что под ее действием вырабатывается тепло в коже. Сама манипула очень теплая. Но изюминка в том, что радиоволна скручивает коллаген. Вот если представить, у нас есть матрас, ну вот знаете, как раньше матрасы были железные, вот пружинка такая. Так вот коллаген у нас в коже тоже в виде пружинки. Радиоволна его скручивает и идет лифтинг. И даже после одной процедуры вы видите эффект. Нужно сделать 5-7 процедур, и вам хватит этого эффекта аж на 8 месяцев. Угу. Помітно, так? Да. Сразу же на следующий день вы красивые. Вы не узнаете свою кожу. И более того, что даже у кого комбинированный тип кожи, если есть 2-3 элемента высыпания, и девушка переживает, что, вы знаете, у меня жирная кожа, я, наверное, не приду, это теплая процедура. Нет, наоборот, все заживает, кожа наполняется, пористость проходит. Очень красиво. От бачите, пані Галино, зараз є сучасні технології, які допомагають жінці себе отак почувати. Так? Тобто вона стає зовсім іншою. Багато є в продажу масок. От просто заходите, наприклад, ви в будь-який косметологічний магазин і бачите ну, просто неймовірну кількість. Чи варто на них увагу звертати? Да. На ваш погляд, які маски краще були б, звичайно, без назви, але просто хоча б скажіть, який склад повинен бути, для кого підходить, чи можна зараз, чи можна перед Новим роком, наприклад. Якщо ми говоримо о возрасті 25-35 лет, за такою кожею потрібно ухаживати. Чому? Чим краще будеш ухаживати, тим краще на себе будуть вести в возрасті старшим уже. Я рекомендую маски для зимньої пори года, на которых будет написано «для чувствительной кожи». В основном в такие маски входят компоненты, которые питают кожу и которые защищают. Самое главное в холодную пору года кожу восстановить. Почему? Потому что даже идет снег, а снег действует на кожу как дермабразия. Снежинки тоже повреждают целостность эпидермального барьера. Нам надо, чтобы маска восстановила нашу невидимую защитную пленочку. Поэтому обязательно для молодой кожи средства для чувствительной можно покупать, куда входят ромашка, календула, масло на основе косточек винограда. Тем, кто постарше и кто хочет эффект лифтинга, туда уже должны входить экстракты фитогормонов. Это не лекарственные компоненты. Это на основе трав, но эти компоненты стимулируют кожу к лифтингу и к наполненности. Обязательно пользуйтесь масочками по мере возможности. Это вот необходимо делать. Це, якщо ми хочемо чогось особливого, ми, окрім нашого постійного догляду, купуємо або можемо нанести маску, так? Да. А от ті маски, про які ви тільки почали говорити, от з народної медицини, так? Да. Щоб не викликати алергічну реакцію, да. Ну, ми можемо спробувати, можливо, із натуральних компонентів.
не знаю, там сир, яйце, сметана. Чи такі маски можливі взимку? Мед, можливо. Вы знаете, учитывая, что нас всех учили в медицинской академии, в больницах, очень осторожно наносить на поверхность кожи, это как живая еда, это яйцо, это сметана, это все продукты, которые вот сейчас, они свежие. Поэтому с осторожностью. Если вот закончилась масочка, а нужно идти на день рождения, либо у вас девичника, хочется сиять, конечно, в интернете можно прочитать. Если вы переживаете, что у вас пойдет аллергическая реакция, сделайте это сначала локально, на одной стороне. А потом уже за ушком, так? Да, вот. Да, вот чтобы локально, чтобы вот если вы почувствуете, что что-то не нравится вашей коже, чтобы вы смогли это снять и успокоить. Зараз холодно, і руки також потерпають, вони стають червонішими. Да, от взагалі з будь-яких не тільки прогулянок, а просто вийшов на вулицю на декілька хвилин, все. Чи є порятунок, чи є спасіння? Слава Богу, уже к рукам, при тому, що ми много часто моємо і обрабатываем руки, это стало отдельной процедурой. Вот у нашей клиники есть несколько процедур по восстановлению красоты кожи рук. Первое – это очень простая процедура – парафинотерапия. Ой, это такая классная процедура, тепло. Да. И ваши ручки доглянуть и одразу. У мастера маникюра не всегда получится посидеть, потому что вы всегда спешите. Быстро сделала маникюр и улетела дальше. А у косметолога вы можете полежать на области лица, допустим, пока проводится процедура, и вам ваш доктор, либо медсестра сделает парафин на ручке. Сначала скрабирование, потом скрабик снимаем, кремчик, парафин, кулечки и отдыхаем 30 минут. Классно. Да. И у нас есть вторая процедура, это биоревитализация рук. Так, что это за процедура такая? Это инъекционная процедура, не пугайтесь, безболезненная. Как проходит процедура? Наносим крем обезболивающий под тоночку на 15 минут, снимаем ее и гиалуроновую кислоту вводим в поверхностные слои кожи. Гиалуроновая кислота напитывает кожу, и руки становятся красивые. Мелкие морщинки разглаживаются. Угу. И вот после 2-3 процедур совершенно меняется состояние кожи. Ось так. Бачите, можна все зараз, в нинішній час, да. Все йде в ногу з часом, і дуже багато з'являється новітніх технологій, про які раніше ми не знали, можливо, які от, ну, буквально 2-3 роки, 5 так точно, вже починають діяти активно і дають свої результати. Це дуже добре, і нарешті ми зрозуміли, що можна щось робити з собою, можна обрати для себе. Є процедури, які підходять вам, і можна без ін'єкцій, і навіть можна без кабінету зробити, так, да, вдома. Да. А є такі, до яких треба ще дійти, так? Треба, конечно, вже побачити, що є така необхідність, іти і щось робити. Але обов'язково не зупиняючись. Я вам дуже дякую, пані Галино, що прийшли сьогодні до нашої Очень студії. Приятно. Добре, що ми поговорили про усі випадки, ну, майже всі. Так, так хочеться, щоб наші жінки сяяли перед Новим роком, щоб вони зробили усе можливе. Щоб були самі красиві. Аби їхня шкіра задовольняла і їх, і взагалі, щоб на них дивились люди і теж раділи від того, що все так добре. Тому хочеться всім побажати усього найкращого, але да, не перемикайтесь, спасибо. Бо ми зустрічаємось за декілька хвилин. Thank you.